Чекового стрим-стрим, бла-бла-бла. Короче, все, я пошел играть. Мне все равно, что никого нет. Я пошел играть. Да. Где там Crash Bandicoot? Ну, вообще все равно. Я так устал, что я хочу просто немного поиграть в игру. И разве это много, о чем я прошу? По-моему, нет. Давай пойти играть. Просто играть. Так. Переход. Бла-бла-бла. Игра. Activision presents. Так, я даже чат не открыл. Smashing Blast from the Past. Мне, знаете, что захотелось поиграть? В назад в будущее Telltale, которая закрылась к херам. Бедный Telltale. Царствие небесное. Даже финальный сезон не поиграть. Как-то немного пофигу, потому что он вышел отстойнее, чем раньше игры на Telltale. Да, было круто. Ща, где игра? Так, Windows Capture, Crash Bandicoot, yes, of course, все равно я просто пошел играть. Я просто немного отдохну, так сказать, даже никого не дожидаясь. Запускай быстрее. Стрим будет весьма скоротечным. Ну, относительно скоротечен. Так. Ну, давай, геймпэд. Yes. Все, я уже выиграл. Маленькая победа, то, что геймпад подключен. Так, я уже вторую часть вообще-то играл. Какой континь? Я же ее прошел. Она так и будет висеть. Ну, ладно, мне плевать. Просто запускай. Просто давай играть. Warp Room. Не помню, на каком я месте, что там было, что в сюжете вообще. А, так, комнатки изменились. Видимо, что-то снежное я уже прошел. Знаете, что интересно? Я не помню, что я проходил, а что нет. Допустим, теперь Hangate. Окей. Надеюсь, я ее не проходил. Да, всем здоровчик, кто заходит, кто живой. Кто не Telltale, так сказать. Так, здесь камеру вертить нельзя. Вспомнить бы все это так снова. Где там, какие управления? Красиво закрывается. Блин, тачпад, пипец. У меня какая-то, я не знаю, как будто газировка под тач-сенсор попала, и все, пипец. Он теперь клинит вообще, я не знаю, разбирать, но мне так лень, что я не буду этим заниматься, вероятно. Ой, так, двойного прыжка нет, ладно. Так, мразь, уйди. Я не настроен драться со всякой водной живностью. Какая приятная вода, особенно для такой старой игры. Так, какой близкий чекпоинт. Мне игра помнилась как что-то более старое. Вау, это круто. Как это работает? Так, даже назад возвращаться можно, ничего себе. О, только мины. Мины мне как-то вообще не интересны. Так. Ну ладно, в принципе, я понял. Какие страшные воронки, а. Какие-то они мне ужасы из детства напоминают. Я не знаю даже, с чем это ассоциировать. Так, просто прыжок. Цыть, мрази. Что за вопрос? Ты будешь работать? Ой, блин, надеюсь, я не умру из-за него. Так, что там? Со стримом все в порядке? Все хорошо? Все работает? Что, выбор качества есть сегодня? Есть. Фец. Так. Что с картинкой? Почему она такая блекло-яркая? По-дурацки. Назад. Хотя бы пускай так, я не знаю. Что-то странное. Из-за белой футболки какой-то баланс белого как будто сдох к херам. Ноль зрителей! Вот так вот и празднуй 100 фолловеров. На праздник придет 0 зрителей. Вот будет зашибись. Вот это будет веселая жизнь. Жалко, у меня нет времени на это дерьмо. Ладно, умер так умер. В бонусе уровня я забыл, жизни засчитываются там, нет? То есть они считаются как обычные или просто заново? Где заново? Ну прыгай, что ли, я не знаю, чел. Ты так и будешь прикалываться? А насколько далеко мне надо было свалить, чтобы выжить в этом терроризме, так сказать? Где бутылка? Ах, далеко. Да.
Крэш настолько всем не интересен. На него уже заходили люди. Видимо, это из-за того, что я время просрал. Блин, если на стрим свой опаздываю, мне такое чувство, что мне его можно вообще уже не начинать. Потому что никого почему-то нет. Что я должен сделать здесь? Ой, я забыл, здесь же перекаты в этой части есть. Я бы и не вспомнил, если бы не это место. Ну ладно. Я просто почилю здесь часочек и все, и пойду себе по делам. Дел еще до жопы. Даже поспать нельзя спокойно. Ну все, все яблоки. То есть это не яблоки, как они там, манго? Я забыл. Не манго, это, блин, как же они называются? Мне писали в чате, я уже забыл. Эх, как сложно что-то говорить надо, да? А я тут одинок, я один. И сложно об этом думать. Ой, мразь. Блин, утонул прямо. Прямо возле спасительного берега. Ну, жизни много, пофигу. Уровень несложный. Лайтовый такой, начальный. Так, цить. Блин, да что я не долетаю что-то? Мне надо как-то к краю, что ли, ближе. Ладно. 5 жизней. Тоже жить можно. Люди, кошки живут, я выживу. Что сморозил, не знаю. Ой, чем-то забивать. Стрим надо. Привет, кто-то заходит. Если напишешь в чат, то будет круто. А то мне грустно и одиноко. О, да ты же, тут даже несколько людей зашло. Да, давайте общаться. Давайте сделаем вид, что мы нормальные зрители и стримеры. Да почему ты не прыгаешь? Я ничего не понимаю. Он что, липкий или что? Мошки какие-то на лампу летят. Прям мимас вспоминаются эти дурацкие с этой молью или кем там. Просто что не придумают, а? Так, прыжок, давай. Мразотство, а. Ладно, 2 жизни, тоже жить можно. Почти человек, почти одна. Можно почувствовать себя человеческой особью, хотя мы играем за рыжую собаку. Ты дурак, прыгай. Это что за идиотизм, я не понимаю. Алло, тупость какая, я не должен здесь умирать. Я слишком профессионал в этой игре, чтобы умереть на таком месте. Что за бред? Еще раз. Так, цить. Это я все забираю. Так, все, 1, 2, 3, прыжок веры. Какого хера? Да, все еще в чате никого нет, как всегда. Весело живем. Next. Last try, ну давай. Что-то мне кажется, что сейчас я смогу это пройти. Или нет? Нет, мне уже кажется, что не смогу. Что за говно, я не понимаю. Окей, как скажешь. Next, please. Так, погнали. Давай быстрее. Есть, спасибо. Ты что, дебил? Ты... Так, ладно, надо собраться. Я слишком обленился в этой игре. Я не отношусь к ней достаточно серьезно, насколько она является. Так, давай. Так. Хер тебе. Зато чекпоинтов так много. Даже необоснованно много. Так, поехали. Назад в будущее. А в наше время такие штуки почти такие есть. Только они не на бензине, а на электричестве. А раньше только в мультиках могли такое нарисовать. Так, давай. Цить. Цить. Блин, заново проходить это место. Ну ладненько. Что поделать? Что поделать? Так. Офигеть, профессионально какая. Блин, забыл! Блин! Я просрал до хрена ящиков. Может, умереть заново пройти, а? Жалко так-то. Хотя я их не собираю. Ладно, похер, это времени не стоит. Просто поехали дальше. Какая веселая музычка, а? Я такой даже не помню в этой игре.
Так, жизнь мне пригодится в любом случае. Погнали. Так. Снова пришли к чему... откуда, где умирали. Так, стой, давай, дай подумать. Дай подумать. Такой трюк я даже не знал, что есть. А если я вот так сделаю, он дальше полетит, интересно, нет? По-моему, он как-то порезче должен. Для меня кажется. Да, хотя мне не получится. Мне даже с него надо прыгнуть. Я не въезжаю. Может, я его край как-то не понимаю. Может, я слишком... Ну, то есть, наверняка я слишком рано просто прыгаю. Но мне кажется, что я перепрыгну его сейчас и все. Хотя даже до края долететь вроде как не могу. Ну блин, это идиотизм какой-то. Я хоть сталкивался с похожим в первой части, но... Там я уже с этим... Короче, понятно. Необоснованность. Блин, вот это сейчас мой косяк. Поздно как-то прыжок нажал. Одна жизнь. Хорошо, что весь уровень не перезапускается, а? От каждой смерти. Все. Как всегда. Один раз пройдешь, все. Это что за... Я не понял. Я до него допрыгнул или он сразу упал вниз? Ноль жизней. Да, это будет долгий, долгое путешествие. Что-то я не въезжаю. Что ему надо? Что за говно? Ретрай. Фейлинный бонус, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Погнали. Блин, да подожди ты. Блин, идиотизм. Я здесь первый раз не умирал. Что-то не очень весело. Но игра все равно прикольная. Она нравится мне. В любом случае. Хоть она и суперсложная. Ну, относительно сложная. Ну, то есть, ты по тупости просираешь. Если ты уставший играешь, то это говно, конечно. Подкаты. Представляешь, шутер в Crash Bandicoot, еще и мультиплеерный. С подкатами и всем с таким. Блин. Да и яблоко возьми. Ну, не яблоко, но пофигу. Умереть. Так, вот даже байк меня уже надоел, хоть он и прикольный. Я представляю, сколько с ним сложностей будет дальше. Хотя были же моменты, на которых я ни разу не умирал. С новыми механиками. Эй, тихо. Тихо. Вот знаете, в чем мне поиграть на самом деле хочется? В Лило и Стич с первой PlayStation. Прям вообще часто про нее вспоминаю. Было время, было время. Но она нахер никому не нужна будет. Сначала придется стать популярным. С такой статистикой это будет сложно. Че он базарит, когда подыхает? Или это даже не он базарит? Что-то я раньше здесь же чекпоинт был. А, я проходил вопросик. Что-то я его пропустил. Забил даже как-то. Ладно. Полетели. Так, надо не забыть. Блин, так я же вообще даже ничего не собираю. Мне его не сломать надо, правильно. Мне же надо на нем прыгать. А как мне до него допрыгнуть вообще тогда? Сложно. Ну ладно, я забью, просто забью. Жизнь того просто стоит и все. Хотя пишут, что я все ящики взял. Может, мне нельзя до него было попрыгать. Может, это была какая-нибудь дополнительная хрень. Ладно, неважно. Это явно не то, о чем мне сейчас необходимо думать.
Так, вот это дурацкое место заколебывает просто жесть. Как и все вот эти бегемоты. Ты прикинь, я, блин, игру сейчас закончу из-за такой херни. Я не хочу. Писец. Слава богу, чекпоинт. Полетели. Так, а как тут проехать? Так и знал, что какое-нибудь дерьмо начнется. С этим вейкбордом. Так. Кайф. Берем. Блин. Ну, новые механики всегда интересно все равно выглядят. Спайдермена хочу играть. Вот что я понял. Мне надо было его запустить. Да ладно. Выбор сделан. А может по-быстрому рокироваться? Че чат думаете, а? Рокироваться Спайдермена или все по кайфу? Игра-то клевая на самом деле. Просто я забыл что-то. Так. С этим явно к врачу бы сходить. Три кристалла. Неплохо. Я вижу, ты неплохо в этом. Я свяжусь с тобой, когда ты достанешь мне пятый кристалл. Ретироваться? Думаешь, Шубка? Привет, Шубка. Шубка, знаешь, почему-то крэш сегодня никому не интересен. Ты чё, типа норм? Почилим в Спайдермене, да? Прям вообще, думаешь, хороший план, хорошая идея? Прям можно жить с этим, да? Ну, если ты так думаешь, то так уж и быть, так уж и быть. Подтверди, Шубка, свое мнение. Я типа уже сваливать должен. Охеренно. Классно, классно звучит, Шубка. Пришел, чтобы свалить. Что за дела-то? Что за дела? Че там вообще, как дела на Твиче у Спайдермена? И вообще кто-нибудь еще смотрит? Нужен ли он человечеству сейчас? Где он там? Ну, на четвертой строчке чарта. Не так уж и плохо. Это намного ниже, чем Крэш, который, наверное, на нулевой строчке. Даже русские все еще стримят. Их даже много. Ну, не так уж и много. Мало кто смотрит вообще все это дело. Да. Ну ладно, я все равно пойду, короче, наверное. Наверное, в Спайдермена. На этом стрим Crash Bandicoot закончен. Очень-очень неплохо поиграли, прошли два уровня. В принципе, неплохой результат. Тоже дело, короче. Не просто, так сказать, бесполезно провели время. За полчаса прошли пару уровней. Все, кайфовый стрим, да. Сейчас продолжим играть в Спайдермена. По-моему, тоже неплохо. Так, сейчас только по-быстрому перезапущу трансляцию и... Все, мне кажется, паук чисто на разок. Я пришел на крышу посмотреть, но я пошел. Черт! Шубка, что ты наделал? Из-за тебя я потерял единственного зрителя Крэша Бандикута, Мэша Куфу. Зачем я послушал его? Я потерял зрителя. Мэша Куфу, почему ты не писал в чат? Почему ты не отставил свое мнение? Ты должен был бороться за стримера. Смотри, как у тебя стримера легко увели. Взяли, пришли в чат, написали, и все. Теперь стримера не стримит твою игру. Надо было бороться, нужно было показать, кто мужик в чате, сказать, нет, блин, ты будешь стримить Крэша, потому что я пришел на него смотреть. Только пришел, ну и что, надо было сразу завалиться так. Так, я пришел смотреть Крэша. Ну-ка, разговоры про Спайдермена отложить. Блин, мне с другой стороны лень даже запускать Спайди. В смысле на один раз? Ну, я не знаю. Ну, типа на один раз пройти. А, ну дай мне модера. На что? Я покажу этому зеленому. Все, гражданская война в чате. Наконец-то я дожил до этого дня.
Так, что я хотел сказать? А ты... А вот с модеркой любой может, а ты покажи без модерки. Как Капитан Америка. Он сначала ложком был, только потом ему силы дали. Он сначала доказал что-то этому миру, потом еще и силы получил. Так, вот так это работает. Крэш или Спайдермен, что же из этого? Дай мне меч и голова розового с плеч. Давайте рэп-чат батл, а? Давайте, короче, я буду зачитать в стиле рэп ваши комменты, а потом и посмотрю, кто выиграет. В Спайдермене за все части только графика изменилась. Ну не, не скажи. Зачем мне вообще играть? Там геймплей намного чего поменялось. Что же лучше? В Спайдермене сюжет интересен очень сильно. Ладно, Спайдермен, короче. Ничего страшного. Dark Souls 2. Dark Souls ремастер, это первый сначала пройти надо. А потом уже что-то еще. А, так ты пришел по названию Dark Souls. Так же ты затриггерился, значит. Понятно. Ну, короче, это... В Spider-Man ты знаешь, что боевка довольно сложная, честно говоря. Там бывают такие ситуации. Весьма противоречивые. Да пофигу на полчасика. Все равно я залетел так. Чисто почилить, по-быстрому поиграть. Потому что дел до жопы и времени вообще нет. Я и так стрим позже запустил, просто пипец. Так что не уходи, пожалуйста. Тебе понравится Спайдермен. Я покажу тебе, чем он хорош. И расскажу, что в нем такого, что он всех зацепил. Только я перезапущу трансляцию по-быстрому. Просто 5 сек. Сейчас название только сменю. Буквально страничка перезагрузится сама.